Когда летний гардероб готов, осталось привести свое тело в порядок. И в этом нам поможет фитнес-студия «Роксана». Лето – это время, когда женщинам особенно хочется быть красивыми, изящными, стройными. И дело не только в легкой одежде, которая не скроет недостатка фигуры, но и в пляжном сезоне. А чтобы стать королевой пляжа, нужно, чтобы тело было подтянутым и рельефным. Особого внимания в этом вопросе заслуживают молодые мамочки. Всем известно, что женщина после родов долго приходит в форму. Ускорить процесс можно в «Роксане». Что бы вы посоветовали, каким именно видом спорта заниматься молодым мамочкам? Это все чисто индивидуально. Кто-то может прийти потанцевать, кто-то может заниматься силовыми тренировками, йогой. Выбор огромный. Это все зависит от самой мамочки, что она, ее предпочтение. И, конечно же, соблюдать питание. В основном, конечно, предпочтением пользуются у нас силовые тренировки, вот именно у молодых мамочек. Так можно быстрее прийти в форму. Ну и, конечно же, все это совмещается с танцами. У нас очень большой выбор танцевальных направлений. И, естественно, у нас новое направление pole dance. Хотите приобрести рельефное тело на силовых тренировках? Пожалуйста. Увеличить гибкость тела и поднять настроение танцам легко. В фитнес-студии «Роксана» есть занятия для беременных и молодых мам. Кроме того, в «Роксане» есть слинго-фитнес. Это занятие, которое вы можете посещать вместе со своим малышом. Сколько раз рекомендуется посещать занятия? Самое оптимальное – это 2 раза в неделю. Это достаточно время для себя уделить, и остается время на своего маленького малыша. А еще отличная новость для жителей микрорайона Заозерный в Кургане. Совсем скоро в 3-м микрорайоне откроется новый зал фитнес-студии «Роксана». Занимайтесь в фитнес-студии «Роксана» и сделайте лето в нашем городе по-настоящему красивым.